Жена с восторгом отнеслась к переименованию нашего аэропорта. Но очень агрессивно отнеслась, когда я ночью переименовал ее из Макдону в Свету. Липтика. Написала мужу письмо для отправки на почту. Еще не отправила, сижу, перечитываю. И тут смотрю, сверху выплывает окошечко. Слишком много запросов. Решили мужики однажды сходить на охоту. А собаки у них не было. Решили взять на прокат у одного кента. Ну, приехали, стали палить по уткам. И что характерно, после того, как утки начали падать, собака быстро бежала по поверхности воды, едва прикасаясь ногами к поверхности. На ходу подхватывала утку и приносила ее охотникам. Поохотились мужики на славу. А когда приехали обратно, мужик спрашивает: «Ну как поохотились?» Те говорят: «Классно, столько уток настреляли!» А мужик спрашивает: «А как вам моя собака?» Те говорят: «Классный песик!» Мужик спрашивает: «А ничего странного вы за ним не наблюдали?» А те говорят: «Так-то неудобно сказать, но она совершенно не умеет плавать!» Мой муж вчера получил анонимное письмо! Прикольно, а вот кого? «А это точно поможет?» — спросила царевна Несмеяна, поднося губам какую-то самокрутку. «А кто это сделал?» С матницом в салате постепенно выходит из воды. Сейчас у пьяных принято в основном засыпать, уткнувшись в клавиатуру. Что, кстати, намного гигиеничней. «Липтика!» «Лёва, а это правда, что алкоголь растворяет жир?» «Правда, правда». «А как это происходит?» «Чем больше выпьет ваш муж, тем стройнее вы для него будете». Прошел курс лечения от алкоголизма в лучшей частной клинике. Лечение помогло, на выпивку денег нет. Эффект Доплера. Длина волны света от приближающегося объекта кажется короче, чем длина волны от удаляющегося объекта. Как это можно наблюдать? Когда поедете на машине ночью, заметите, что от машин, приближающихся к вам, идет белый свет, а от машин, удаляющихся от вас, идет красный свет. Если женщина хочет поесть сладенького, то она всегда сможет убедить себя, что торт диетический. Слушай, а пельмени-то были вкусные? Ну да, вкусные. Но обычно кино люди с попкорном ходят. Подписываемся, кликаем на колокольчик